Продолжается рейд по взысканию задолженности по налогам, административным штрафам. Сегодня мы с сотрудниками администрации налоговой службы прошлись по адресам, были выявлены должники. Мы обращаемся ко всем жителям города Анапы и Анапского района, что если вы не уверены в том, погасили ли вы задолженности, вы можете узнать о своих задолженностях на промышленной 9, многофункциональный центр, на сайте личного кабинета налоговой службы, а также на сайте Федеральной службы судебных приставов. Рейдовая группа под руководством судебных приставов и исполнителей побывала по нескольким адресам должников по транспортному, земельному и другим налогам. Некоторые должники не захотели разговаривать с представителями фискальных органов и попросту не открыли двери. Таким образом, проблем не решили. Налоги платить придется все равно. Следующий шаг по отношению к неплательщикам – повестка «Вызов в службу приставов», а затем наложение ареста на имущество.